наш город Кубань. Хотелось бы, чтобы этот день запомнился для каждого из вас. Это первый день в новом отрезке вашей жизни. Старайтесь, получайте знания, поменьше болейте, растите, будьте спокойны. Товарищи родители, пожалуйста. Видно, да? Так, все нашли себе место? Нашли? Я замерз. Первый раз пришли в первоклассники, твой простой любимый класс. А родители стоят в сторонке и с волнением глядят на вас. Скажите, как прошло ваше путешествие по острову Сокровищ? Вам понравилось? Да! А кто же все-таки даст мне ответ? Что же это за остров сокровищ такой? Что это такое? Громко! Совершенно верно. Остров сокровищ – это школа. И вы каждый раз будете находить новые сокровища, новые знания. И уносить их с собой. И когда вы станете вот такими большими, как одиннадцатиклассники, которые стоят здесь, дорогие, вы сегодня уже не девочки и мальчики, которыми были вчера, а вы уже школьники. Перед нарвошами с бантиками, в пиджачках и с бабочками, и теперь они выросли, они стали гордостью, выпускниками, будущими выпускниками, чтобы вы учились хорошо, чтобы в школе вам было приятно общаться со своими ребятами по классу, чтобы вы дружили, чтобы вы радовали всех. У вас не было никаких проблем. А если они возникают, что-то не так получилось, не надо расстраиваться. Для этого есть учитель. Скажите, пожалуйста, я говорила вам, что школа у нас очень большая, и там даже можно потеряться. Я бы хотела сейчас проверить. Все ли на месте? Я называю класс, вы дружно говорите. Здесь первый А-класс. Здесь? Молодцы, вот такой вам вопрос. Первый А-класс. У нас сегодня школы. Ой, молодцы, все знают. И загадка вам такая. Слушайте внимательно до конца. Никто не выкрикивает. Только когда я закончу, тогда вы мне дадите ответ. Только первый А-класс отвечает. Какие дружные? Вам очень трудный вопрос, но может быть кто-нибудь знает. Кто знает, сколько лет нашей школе? 50. Ну тогда 11 классы скажут, сколько лет нашей школе? 48. 45 было в прошлом году, в этом году будет уже 46. Неправильно подсказывают. Молодцы, умнички, похлопали, ходите. Класс здесь? Да. Что-то вам так. А вам тоже трудный вопрос, но может можно помогать. И, да? Телефон забываю. Так, ну-ка пить не надо. Весело живется, делай так. Весело живется, делай так. Весело живется, делай так. Весело живется, делай так.
вопрос. Сколько ступенек на школьном крыльце? 6. 11. Читала, что ли? Сейчас прозвенит звонок. Да он ее не поднимет. Я все поднимет. Не рани, парень. Назад, назад ее кидай, там удобно. Вот звенит звонок, скользается, звонки низкие, под громкие аплодисменты. Первыми из зала будут первоклассники. Пожалуйста.
Не
предлагаю вам несколько заданий. И сейчас посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Перед вами зашифрованные слова. Итак, первое. Я знаю второе. Мы только сейчас говорим про первое. Стоять. Так, первое слово. Ну что ж, ребята, молодцы. Вы прекрасно справились с первым заданием. А сейчас... Ну что ж, я думаю, что следующее слово. Вот это цифра. Цифра 3. Что же это за слово? Три. Ай, да, молодцы. А с тобой, молодцы. И наконец... Прекрасно, молодцы. А кто из вас знает, где сидят? Где сидят люди и смотрят. Где сидят люди и смотрят? Что же они смотрят? Они смотрят футбол. Футбол, только футбол, да? Можно смотреть. Вот правильно, стоят депутаты за трибуной. Прекрасно, ну что ж, молодец, один. Так. Четыре. Семь. Так. Семь. Четыре. Можно показать? Шесть и семь. Так, девочки. Четыре. Ну что ж, ребята, я хочу сказать, что одним из первых, скажи, пожалуйста, ребята, помоги им найти, вот тебе указочек, помоги, пожалуйста, ребята. Первый треугольник, второй треугольник. Нет, ты так не показывай, ребята не поняли, где первый, где второй. Вот первый треугольник, второй треугольник, так не показывай. Четвертый треугольник, вот он идет. Так. Вот пятый. Где пятый? Вот, раз, два, три, четыре, пять. Вот этот треугольник ты показал? Это он. Сейчас он исправится. Так, Роман. Так, вот он. Так, вот он большой, да, четвертый. Так, прекрасно. Вот пятый. Хорошо. Так, а где же еще? Потерялся у нас один? А так нельзя. Не знаю. Так, иди помогай Роману. Так, пять мы нашли. Так, вот. Шестой треугольничек, а еще где один? Помогаем седьмой. Кто поможет? Так, скорее. Садитесь, ребята. Садитесь, посмотрите. Да, конечно, сейчас я могу его показать. Да. Нет, а здесь разве начерчено, почему ты показываешь? Нет. Это его и нельзя, его делить, иди скорее. Вот так треугольник, а может еще вот так. Так, где же он так? Вот так, вот так. Так, значит, нет, мы тогда обойдите. Вот так вот получается еще, да? Ну что ж, молодец. Пылинку. Так, ну, левальчики. Прекрасно. Пять несут иголку. Весик. Вот видите, оказывается, нужно быть очень внимательным. А тогда еще два. Вот и начинают пяти прибавить, один будет шесть. И для того, чтобы еще один прибавить, будет семь. Роман, ты согласился с нами? А теперь следующее задание. Орлова и Скворцова. Известно, что Зина на 2 года моложе Орловой. Какая девочка и какую фамилию носит? Так, подумайте. Какая девочка и какую фамилию носит? Зина Скворцова, а Вера Орлова. Вставать не надо, ребятки, а то мы много времени тратим. Легко найти. Но если букве «Я» прикажешь рядом встать, я все. Отец, я сын, я дедушка, я мать. Итак, попытаемся. Я. Что же это за цифра? Что же это за цифра? Девять. Так. Девять. В нашем саду растет очень необычная волшебная яблонь.
Это очень древнее дерево. Это дерево знания. Но оно всегда молодое, сильное. Оно не согнуто, не вянет. На нем очень красивые растут красные плоды, яблоки. Это волшебные яблоки, яблоки знания. Мне их еще много. Давайте приходите обязательно. Хорошо, всем будем рады. Спасибо. До свидания. До свидания. Ох, уже какие там плоды науки уже все погрызают. Не дай им, пожалуйста. Станция математическая. Мы там ребусы узнали такие, ну там 100 прибавишь, какую-нибудь букву. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Это я там был. Значит, мало. Хорошо, пожалуйста. Интересно, какое сочетание драматическое, математика, бывает. Будут вам помогать, будут служить опоры. И как та стойкая яблонь, вы будете преодолевать все трудности в жизни. И достойно выглядеть после того, как их преодолеть. Приобретете новый багаж знаний, умений. И, конечно же, будете помогать друг другу, будете оказывать помощь, взаимовыручку и заботу. Итак, наш родной подходит к вам. Дай, дай до последней крошечки своей воды, которую подарила вам фея, мы с вами попрощаемся. Здравствуйте, первоклассники и малыши-проказники! Поздравляем вас с праздником! Праздником елки новогодней, на который пришли вы сегодня! А мы вас тут повеселим и подарки раздадим! Споем, поиграем, спрятаем! И новую сказку покажу. Эй, девчонки и мальчишки, развеселый наш народ. Мы сегодня вместе с вами дружно встретим Новый год. Наши есть, и всех вас зовут прекрасным именем ребята. А сейчас, ребята, будьте очень внимательны. Наши скоморохи будут вам загадывать загадки, а вы, пожалуйста, внимательно слушайте. Кто живет по распорядку? Внимательно. Живете по распорядку? Да. Кричите хором, говорите. Да. Утром делает зарядку. Да. Спортом увлекается. Да. Увлекается. Вы у меня в постели валяете. Да. Только лежебоки. Правильно, мы уже сказали лежебоки. На следующий раз они будут повнимательнее. Следующая загадочка. Ну давай, давай, ты получишь. Ну товарища выручай. Кто слабым помогает? Опять ребятих. Еще разочек повтори. Сейчас. Красота, красота, наш день вот такая высота.
помощи. Ребята, пойдем на помощь Деду Морозу и Снегурочке. Чудеснее края, ребятушки, нет.
аплодировали, девочка. Тик-так, тик-так, и захис, да, тедеже, скития, предагаже, и среби, мидиан, да, мидиан, мова, деда, шехе, да, абачево, отари, красавчикам, тара, жене, дзилиш, дроас. Поясни, прочисти, ну немножко, переведи нам, чтоб тоже было интересно детям. И Дед Мороз, чтобы знал тоже. Тик-так, тик-так. Дальше что? Часы идут день и ночь. Часы, не волнуйся. Ага. Часы идут день и ночь. Thank you.
свет, а не учение, тьма, пожалуйста, слов как будет. Еще. Учение, свет, ручечки. Так, пригодятся в учении? Пригодятся непременно. Прием у нас? Все, садимся. Следующая серия. Ой, какая интересная серия. Вспомним детство. Когда были еще, маленькие. Ну вот все, ну ты будешь теперь играть и будешь вспоминать свое детство. Тут шарик надувает. Все, позови Наталью Юрьевну. Ну как вас добрым утром, как? Бабушка Виталик и... Виталик и ученик такой. Вот тебе щеточку, а тебе зубную пасту. Вот тебе и доброе утро. Начнете с чистки зубов. Покажи, какая чистка. Одна голова хорошо, а две лучше. Серия «Одна голова хорошо, а две лучше». У тебя нет. У кого еще такая серия? А, Давид и Света. Давид и Светочка приготовили им подарочки. Анечка, замечательная смекалочка. Аня, прочту, узнай все. Терпеливый, трудолюбивый, Вот с такими красивыми фломастерами вы, конечно, не будете сидеть сложа руки непременно. Пожалуйста. Учиться. Самое главное – здоровье. Спасибо.